Зажегшийся огонь бо есть, божественную же ты, я кровь к общению, первые примирися тя упечалившим, та же дерзая таинственная брашну яшть, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычности, им помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, изначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни вплоть оболкися, и распнися, и погребися заны. Неблагодарное и злонравное Твоею кровью обновивай растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин воззрите на высоты слова, высоту славы Твоей я. Прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобный. По праву Творца изменил. И как мы молитве, Господи, приди вселися вны и очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. И мы сами не можем изменить наши свойства, но Господь по вот этой молитве, по старанию, по горячему нашему сердцу видит, что нам это дорого. Потому что Он показал степень любви своей до последней капли крови, до последнего вздоха. Он отдал свою жизнь за нас, отдал, чтобы мы с вами жили вечно, чтобы у нас было будущее, и простил грехи, взял немощи, скорби, болезни наши, даже те, которые мы еще не сделали. Поэтому настолько милосердие Господа, настолько Его милость для любящих Его. И Он ревнитель, Он ревнитель, Он смотрит, как мы что любим, больше мы любим телевизор или Господа, больше славы или деньги, или Его любим. Поэтому вот что важно. Поэтому мы должны вострепенуться в эти святые дни и быть примером нам благоверный князь Александр Невский, который положил душу свою за отчизну, за народ свой. И что еще момент такой страшный, что мы сами себя осуждаем. По великое человеколюбию, по милости Божией, мы свое тело сбрасываем, как старую одежду, тленную, которая уже вышла из строя, мы старую одежду сбрасываем. Она в землю уходит, и мы получаем новое, возраст 33 лет. Светозарную, жизнь вечную. И вот это вот страшно, что когда можно получить ее в ад. И с момента того, как мы оставляем наше тело, у нас теряется способность воли. И вот все наши страсти, все наши грехи, которые мы не боролись в жизни, они вылезают. И вот те мытарства, которые мы знаем, 20, они являются лакмусовской бумажкой, к чему душа идет, к чему она привыкла, к сребролюбию, к блуду, к тщеславию, она туда идет, она не может сопротивляться. Но душа, любящая Господа, молящаяся, причащающаяся, зная имя, она научилась, она старалась, она боролась, и она будет бороться и стараться, и Господь за это старание принимает и оставляет. И, дорогие братья и сестры, я еще раз вас призываю, всех ради Христа простить. Не просто формально прощаю, нет, а простить вот ради Христа всех, и обидящих, и злословящих, вот. И не осуждать. И тогда Господь скажет, что вы грех простили, я вас прощаю. Вы грех не осуждали, я вас не осуждаю. И вы грех любили, я вас люблю. И скажет, видите, благословение Отца Небесного. Аминь. Мир вам, здравия, сохрани Господь. Oh, yes.